Так, добрый день, друзья, и снова Выборка. На этот раз палочки и колбочки. Нейтральные разложил, колбочки, это я шучу, крышечки от воды и палочки, но палочки меньшего размера, другие. Искомая будет 22-я. Вот ложу ее, 3-й. Собака спрятана. А мне... Рядом. Даю занюхивать. Нюхай. Ищи. Хорошо, молодец. Отлично. Дай. Супер. Блин. Как видно, 22-я. Запах был слабый, поэтому собака решила пронюхать все. Но снова вернулась и взяла предмет нужный. Так что работаем, друзья. До новых встреч в прямом эфире.